Да, там, в принципе, ничего особенного такого не было, просто игровой момент, и выждал его, что он хотел прочитать его, что он пойдет в центр, будет делать движение, и угадал, попался, так что, ну, я не хотел там нанести как-то травму, так получилось, что получился хит. Хорошо, что мы сегодня выиграли, это самое главное. Это чувствуется, и вообще все, раздевалка, все сделано для нас, я считаю, это очень приятно играть, и спасибо всем болельщикам, и спасибо, кто смотрит, болеет за нас, переживает, это очень важно для нас.